Привет, водка, борщ. Хорошо. Пожалуйста. До свидания. Как дела? Борщ is a Ukrainian soup, but very common in Russia and Ukrainian cuisine. Typically made with red beets, cabbage, potatoes, carrots, onion, and red meat. All right, we're ready now. Расскажите, вы приезжаете, читаете, я знаю, лекции. Что это за лекции? The topic of the lecture was... Тема лекции была... Women's responsibilities in pop culture. Ответственность женщин в поп-культуре. И я, собственно, рассуждала на эту тему. Хорошо, так вам российские дороги? Russian roads. Российские дороги, they're not terrible. Они не ужасные. Не напоминали они что-то из вашей прошлой жизни? There's a few... well, in that context, they're worse. В том контексте это было хуже, чем моя прошлая жизнь. Oh.